По традиции у северных народов имена всегда что-то означают. Явление природы, зверей, духов, богов. Энер с чукотского и корякского переводится как «звезда». В 1980 году под этим именем на сцене выступил национальный фольклорный ансамбль «Песни и танцы народов Севера». Организатором и художественным руководителем Энера стала Лидия Балдаева, в прошлом профессиональная балерина. Участвуя в этнографических экспедициях по селам Чукотки и Камчатки, она собрала богатейший и уникальный материал. Тогда впервые родилась идея небольшого ансамбля, который в нетронутой красоте и блеске северного колорита мог бы донести зрителю самобытное искусство северных народов. Коллективом Лидия Балдаева руководила более 35 лет. После ухода на заслуженный отдых ансамбль приняла молодая и талантливая хореограф Дарина Черканова. В наше время мы застали носителей культуры нашей, языка, песен, да, каких-то родовые песни, которые нам приносят, дарят эти песни. И это большое спасибо, что есть такие люди, которые могут нам что-то предоставить. Лидия Батуевна вообще проездила всю область Магаданскую в поисках этого материала, собирала по крупице, что вот сегодня вот этот вот наш концерт, два отделения, которые будет, да, 27 октября, это собран материал Лидии Батуевной, каждый блок по отдельности. То есть она собирала на протяжении многих лет. И вот сегодня вот такая красота. Мы чтим, соблюдаем все, конечно, правила, которые она нам оставила. Мы соблюдаем всю систему, по которой она шла, вела коллектив. Поэтому мы ничего стараемся не менять. Но мы вносим, конечно, что-то, добавляем, так скажем. Но именно основное, основу мы оставляем такой, какой вот сделала Лидия Батуевна. Сегодня традиционное искусство северных народов является основой для создания ярких и колоритных песенно-танцевальных образов. Перед каждым выступлением артисты репетируют по 8 часов в день. Концертные номера состоят из блоков, в которые включены эскимосские, чукотские, эвенские и корякские танцы. В Магаданской области есть шикарная библиотека Пушкина, где собрано очень много материала, касающегося культуры народов Севера. Мы, конечно же, пользуемся и этим материалом. В любом случае, что-то мы используем, потому что люди, которые много лет собирали, для нас собирали, мы все равно ее используем. Это будь Попова Ульяна Григорьевна, Ивена Магаданской области, у нее очень много собрано материала. Жарницкая, танцы, да, народов Севера. Все что-то несет какой-то свой определенный смысл. Если это брать обрядовые танцы, то, конечно, они несут именно таинство вот этого вот обряда какого-то определенного народа. Если это подражательные танцы, танец ворона или танец моржа, понимаете, это в любом случае все шло именно снизу, да, то есть от наших предков, все постепенно. Сегодня, в 21 веке, донести культуру наших предков, это большое, конечно, это столько всего нужно вложить, большой труд, чтобы именно сохранить ее такой, какая у нас вот сегодня она нам досталась. Каждое движение, которое репетируют артисты, продумано и символично. Все их творчество пронизано любовью к малой родине и просторам тундры. Материал для постановок хореографы берут из легенд, эпоса и рассказов предков. Через песни и танцы артисты рассказывают о реальной жизни. Oh!
Помимо танцев, каждый артист владеет искусством подражания звукам природы. Крики чаек, курлыканье или шелест травы, шум моря. О признании коллектива и его профессионализме свидетельствуют многочисленные награды и звания. Ансамбль НР – неоднократный участник и лауреат многочисленных областных, всероссийских и международных фестивалей. География выступления коллектива обширна. От домов культуры отдаленных поселков Колымы до известных концертных площадок городов России и зарубежья. С большим удовольствием вручаю вам диплом участника первого всероссийского фестиваля и выставки народной культуры. Большое спасибо. Еще раз мы приедем, будем участвовать. И каждый раз будем привозить новые номера и удивлять своих москвичей и вообще свой народ. Со стороны хореографии, там, скажем, национальной, то оно легко дается. Ну, например, мне. Ну и как бы нам, все же мы профессиональные артисты. Есть определенная школа. Вот. А прочувствовать нутром, конечно, здесь нужно потрудиться. То есть у нас же все танцы разные. Поэтому здесь нужно работать. И еще не факт, то, что ты как бы это поймаешь в таком духе. То есть это нужно общаться с людьми. Если это корякский танец, ты должен общаться с коряками. Как они это делают, смотреть. То есть, на самом деле, очень сложно. Там, на Чукотке, в каких-то селах до сих пор люди питаются только муравзверем и даже не видели обычных деревьев. То есть, понимаете, как бы так. Конечно же, я бы хотела бы, моя мечта, туда съездить. Ненадолго, конечно, но посмотреть, и до сих пор я хочу вникнуть. Каждый руководитель вносит новую волну, новый стиль, новый почерк в работу коллектива. Раскрыть новые возможности каждого артиста, посмотреть на него с другой стороны, открыть новых совершенно артистов, вырастить тех юных танцоров, которые в НРКе. Финансирование коллектива проводится за счет бюджетной субсидии, ежегодно более 12 миллионов. Основная часть – это заработная плата и приобретение реквизита. Помимо этого, за счет внебюджетных средств в рамках программы, также в рамках программы развития культуры и туризма Магаданской области, в подразделе «Поддержка народного творчества» коллектив представляет регион на многочисленных фестивалях всероссийского и международного уровня. Поддержка оказывается здесь на проезд и проживание коллектива в тех городах, где проходят эти фестивали. Например, совсем недавно, в сентябре, коллектив был во Владивостоке, участвовал в выставке улицы Дальнего Востока в рамках 3-го международного экономического форума. Откуда бегут километры, где знак нулевой версты? Золото, стланник, соленые ветры в Магадане встретишь ты. Здесь каждый склон романтикой дышит, и каждой реки завиток. Все потому, что Магадан — это дальний.